Добрый день! В прямом эфире ННТВ свою работу начинает видеоканал «Здравствуйте». Это новости медицины, прогнозы для людей метеочувствительных и беседы обо всем, что связано со здоровьем, с самыми разными практикующими нижегородскими специалистами. В прошлом выпуске мы поздравляли с профессиональным праздником медицинских работников и говорили о достижениях нижегородских специалистов, некоторые из которых в этом году были удостоены престижной награды, премии призвания, ну вот такой главной, можно сказать, медицинской награды лучшим врачам России, не только врачам, но и специалистам других, немедицинских, да, представителям немедицинских специальностей, которые внесли большой вклад в здравоохранение. И сегодня один из лауреатов этой премии у нас в студии в гостях. Дорогие друзья, за создание нового экспресс-метода диагностики в онкологии премия «Призвание» присуждена коллективу нижегородских врачей и ученых, работу которого возглавляет Святослав Владимирович Зиновьев, врач-онколог, специалист научной части Нижегородской государственной медакадемии по медицинским инновациям и директор научно-производственного предприятия «Биочип». Собственно, и проект начинается «Биочип. Тест-система». Ну вот один из успешных и самых успешных инновационных проектов — это НИЖГМА. Очень рады мы вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Буквально вот сейчас, после того, как очень массированно есть внимание, да, аудитории к проекту, переезжает наш гость из города в город, очень много командировок, вот буквально мы его тоже ненадолго себе удалось пригласить, и рады этому. И, дорогие друзья, вот сегодня все об этом, об этой работе мы с вами можем узнать, что называется, из первых уст, из первых рук, ну и поговорить вообще сегодня наша цель на тему диагностики онкологических заболеваний. Ну вот вообще у нас, и здесь, в Нижнем Новгороде в частности, в том числе и о будущем вот этой самой диагностики. Если хотите принять участие в нашей программе, позвоните, пожалуйста. Если что-то волнует, что-то интересует, телефон прямого эфира 434-3477. Направляйте нас, пожалуйста. Если что-то там предложить, спросить, пожалуйста, наш гость готов на вопросы ваши отвечать. Ну а мы начнем, вот знаете, тема, конечно, тяжелая. Всегда говорить тяжело о такой большой проблеме, как онкология, да, в России, в Нижнем Новгороде. Ведь вот последние данные, которые вот чаще всего публикуются, ну, предлагаются, да, в различных СМИ, это что каждый год в нашей стране регистрируется примерно 500 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, причем это подтвержденных случаев. И вот в каждые сутки в онкодиспансерах это где-то 1500 больных регистрируется новых. Цифры, в общем-то, огромные. И в какой степени, вот все-таки, на ваш взгляд, что это? Это мы чаще болеем, и потому так много у нас вот больных? Или все-таки диагностика каким-то образом за прошедшие там несколько лет изменилась, улучшилась? Если бы мы знали, что является основной причиной рака, мы бы, конечно, научились его лечить и довольно-таки рано диагностировать. Поэтому для разных видов онкологических заболеваний есть разные причины. Вот, например, рак молочной железы. Вот в средние века, как вы думаете, какой категории населения он встречался? Только у этой категории населения? Ну, даже не знаю, предположил, только у этой категории, да, у древних людей мне тяжело. Нет, не у древних, даже возраст, в средние века, допустим. Какой-то возраст женский? Нет. Нет. Не возраст. Он встречался у монахинь. Вот и монашек, как. Угу. Потому что фертильные функции они не выполняли, они не рожали. Вследствие этого развивался гормон-зависимый рак молочной железы. Угу. Посмотрите, что происходит у нас сегодня. Сегодня женщины максимально оттягивают момент родов. Ну, есть такое. Мы постарше, да, в более старшем возрасте в основном предпочитают женщины рожать. Поэтому сегодня мы имеем статистически достоверное увеличение заболеваемости рака молочной железы. Угу. Конечно, он может быть генетически обусловлен. С другой стороны, возьмем, например, рак желудка. По данным наших коллег, эндоскопистов, в связи с тем, что мы научились лечить довольно-таки неплохо язву желудка, хронический гастрит вследствие новых препаратов, у нас снижается частота рака желудка. Вот здесь стороны. Снижается, да? То есть тут уже случаев меньше. Да, в зависимости от того, какой вид опухоли, мы, скорее всего, и сталкиваемся с где-то увеличением, где-то уменьшением заболеваемости. Но еще одним фактором, наверное, можно считать все-таки возраст. Даже сегодня, если вы посмотрите на не связанные с медициной экономические вопросы в качестве увеличения пенсионного возраста за счет того, что у нас граждан, которые уже старше 50, несколько больше, чем молодежи, конечно, они болеют чаще, могут болеть чаще. С другой стороны, есть опухоль, которая чаще встречается у молодежи. Поэтому здесь однозначно нельзя сказать. Естественно, рак был, остается.
одной из самых частых причин смертности и высокой заболеваемости. Ну, вот очень страшный диагноз, очень страшный, потому что, ну, как говорится, не во всех, далеко не во всех случаях, к сожалению, современная медицина может помочь больным. Поэтому звучит-то иногда этот диагноз как приговор. Еще вот одна статистика. От рака умирает более 300 тысяч человек. Каждый день почти 1000 онкобольных. На выживаемость влияет что? Вот описывают тоже широко в интернете, в СМИ об этом говорят, что и регион проживания, да, больного имеет значение с шансами, да, на выздоровление, на успех. И уровень финансового обеспечения, да, не будем об этом тоже забывать, и многое другое. Но чаще всего говорят о необходимости ранней диагностики. Хочу узнать ваше мнение. Действительно ли вот стоит на раннюю диагностику возлагать такие надежды? Она реально улучшает каким-то образом прогноз? Есть три основных пути снижения смертности от онкозаболеваний. Первое – это ранняя диагностика. Угу. Второе – введение персонализированной терапии, той же самой таргетной терапии. И третье, как это ни странно, правильное введение статистики. Угу. Но это уже третий момент. Да, ранняя диагностика – это, наверное, ключевой фактор успеха. Раз она первая, вы назвали, все-таки, значит, да. Это как-то главная причина. Ключевой фактор успеха, и связан он еще с тем, что статистически достоверно, что на первой стадии, как вы все понимаете, выживаемость намного выше. В среднем она выше 80-85%. На четвертой стадии, естественно, картина обратная. 15, да, по-моему, там процентов? Ну, по некоторым видам новообразования, да, действительно так и есть. Поэтому ранняя диагностика на ранних стадиях, это действительно занимает, наверное, лидирующую позицию в плане лечения, успешного лечения рака. Хотелось бы вот что понять нам, я думаю, уважаемые телезрители. Вот есть, например, какие-то четкие принципы, по которым лечится любое заболевание. И есть принципы диагностики. Вот не раз, очень часто встречаем различные вопросы, и в интернете тоже очень часто задают, связанные с диагностикой онкологических заболеваний. Давайте мы с вами сегодня все-таки поговорим о том, как вообще правильно, что ли, да, вот устроено все, чтобы рак продиагностировать. Ну, как бы люди мы разные, и возраст у нас разный. Но, наверное, технология-то одна. Прежде чем лечить, ставим правильный диагноз. Как? На самом деле, диагностика, она многопараметрическая. Она есть инструментальная, лабораторная, различные виды, которые мы используем. Например, если для рака легкого это рентген, для меланомы, опухоли родинки, по-русски говоря, это осмотр. Но в любом случае основным должен являться союз врача и пациента. То есть мы должны двигаться навстречу друг другу. Ну вот инициатива-то чтобы... чья, грубо говоря? Вот если ничто не болит на самом деле, ведь не больно, многие, согласно статистике, пойдут обращаться к врачу и искать в себе, особенно столь такие тяжелые заболевания. Да. Для этого есть диспансеризация. Угу. Диспансеризация и скрининг. Скрининг что это такое, да, вот этот скрининг, который тоже очень часто спрашивают, что такое скрининг? Скрининг — это обследование людей, у которых на данный момент не выявлено каких-либо заболеваний. То есть массовое общее обследование. Сегодня у нас есть три вида скрининга основных. Это скрининг рака шейки матки, это молочная железа, УЗИ, это маммография, соответственно, у женщин старше 35 лет. Анализ кал на скрытую кровь — это рак кишечника в основном. И сейчас обсуждается вопрос относительно тестирования на BRCA-мутации. BRCA-мутация — это мутации, характерные для развития рака яичников, рака молочной железы даже в первую очередь. У пациентов, у которых этот BRCA выявлен, у них очень высокий риск развития. До 40% увеличивается риск развития рака молочной железы, до 60 рака яичников. То есть просто участвуя в программе своей собственной диспансеризации, да, не избегая ее, можно вот эти скрининги все получить. Но это первичное что-то, это какие-то первичные данные. А если, например, у человека что-то болит, и вот как бы он начинает поход по врачам, то-то движение тоже есть, наверное. Ну да, естественно, движение есть, и важно здесь действительно уделять особое внимание методам исследования. Даже если мы обследуем пациента, которого, на первый взгляд, ничего нету, и жалоб нету, и пришел обследоваться. Важно действительно детально уделять внимание. С другой стороны, есть заболевания, которые, к сожалению, мы не сможем, по которым не сможем проводить скрининг. Например, тот же самый рак яичников, он может развиться до второй-третьей стадии за 3 месяца. И скрининга никакого не... Но как мы 3 месяца, если будем проводить постоянно УЗИ и анализ онкомаркеров... Но тут мы из больницы вылезать не будем, из больницы вылезать не будем.
Но действительно есть ряд заболеваний, которые мы можем диагностировать заранее. Рак шейки матки, он не развивается сразу. У него есть определенные этапы, которые мы можем обследовать, используя цитологию, исследование мазков шейки матки. Поэтому если вот у меня мои пациентки, я их ругаю за то, что они долго не ходили там к гинекологу. Вы давно не были, где же вы были? Да? Профилактически. А вот на самом деле это можно было все предотвратить. Но не для всего, конечно, это актуально. Такое существует. Хорошо, вот еще как бы о продолжении диагностики поговорим. Есть вопрос, давайте будем отвечать. Да, конечно. Алло, алло, мы слушаем вас. Алло. Алло, слушаем. Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Елена Ивановна. Вот после перепросмотра результаты гистологии совсем разные. Угу. Я просто не знаю, кому верить, сколько раз можно делать эту гистологию. Угу. Вообще, кому верить, я не понимаю. Я понял ваш вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Давайте, может быть, поясним для наших телезрителей. Вот когда один результат гистологического исследования есть, идет, в каких-то случаях назначается или сам человек может заказать, сделать перепроверку у другого специалиста. Да. Поясните. Сегодня это одна из главных проблем, наверное, даже в онкологии, я скажу так. Потому что гистология — это основа диагноза. Это, по сути, наши глаза. Нас онкологов, химиотерапевтов, радиологов, хирургов. И действительно, у нас часто бывают разночтения в диагнозах. Поэтому сегодня недаром был принят закон по телемедицине, позволяющий консультировать дистанционно те же самые препараты. Вот наша слушательница абсолютно задает вопрос, который действительно я слушаю чуть ли, наверное, не каждый день. Здесь мне поставили один диагноз, там поставили другой диагноз. Когда у нас есть разночтение между клиниками в Нижнем Новгороде, мы, конечно, консультируем с лидерами мнений в Москве на базе не онкологии Герцена, на базе РОНС Блохина. Это центры, которые являются кураторами более мелких онкодиспансеров. Там абсолютно туда можно приехать, либо получив направление здесь у своего онколога, либо приехать туда платно в поликлинику, вас примет врач-онколог, пересмотрят гистологические либо цитологические стекла, напишут заключение и рекомендацию по лечению данной патологии. Я даже скажу откровенно, что мы некоторых своих пациентов, которых у нас есть разные мнения, как их лечить, мы консультируем с Москвой. Просто с Москвой. Ну, то есть вот совет такой, кому верить, Москве получается или вот как? Ну, я думаю, что так как речь идет о здоровье, и амбиции здесь не должны играть никакой роли, надо приложить максимум усилий, чтобы собрать мнение ведущих специалистов. Сегодня даже есть компании, которые могут это осуществлять, поиск этих специалистов, консультацию с ними. Но действительно есть вот в любом случае перепроверка, даже если она за деньги, да, даже если мы заплатим за эту перепроверку, я так понимаю, что в случае лечения онкологии она как бы того Конечно, стоит. Это здоровье людей. Безусловно. Ну, собрать, наверное, больше мнений, да, будет такой ответ. А, дорогие друзья, прервемся с вами, давайте, буквально ненадолго, посмотрим новости медицины, потом вновь вернемся в студию, чтобы говорить о диагностике онкологических заболеваний. Российский инсулин вышел на европейский рынок. Осуществлена первая экспортная поставка в страны Евросоюза продукции предприятия Орловской области. Завод продолжит производить современные инсулины в первую очередь для удовлетворения потребностей российских пациентов, подчеркивают в компании. Начало экспорта подтверждает высокое качество выпускаемой продукции. Российские ученые тестировали на животных влияние митохондриально направленного антиоксиданта СККУ1 на лечение незаживающих ран при сахарном диабете второго типа, одна из причин которых – нарушение функции сосудов и окислительный стресс. Антиоксидант ускорял эпителизацию ран, образование гранулационной ткани и рост сосудов. На его основе возможно создание ранозаживляющего геля. В Вене начались испытания на людях вакцины, снижающей уровень холестерина и предотвращающей отложение холестериновых бляшек на стенках артериальных сосудов. Она должна способствовать сокращению риска сердечных заболеваний. Препарат год тестировался на мышах, показывая сокращение отложений на 50%. На первой стадии испытаний проверят безопасность и возможные побочные эффекты вакцины.
США нашли способ создания искусственных кровеносных сосудов в зубах при эндодонтическом лечении, чтобы пломбировка каналов разрушенного зуба не лишала его иннервации и не делала хрупким. В корневом канале был сделан микроканал и введены молекулярный гель и эндотелиальные клетки. За неделю клетки, вырабатывающие дентин, размножились и началось образование сосудов. Исследования продолжаются. В Британии предлагают официально продлить подростковый возраст человека до 25 лет, так как вплоть до этого рубежа происходит формирование головного мозга, суждений и эмоциональной зрелости. В 20 лет идут и гормональные изменения. Предполагается, что корректировка нужна и потому, что быстро взрослеющие благодаря информационным технологиям дети в социуме и быту остаются инфантильнее предыдущих поколений. Мы вновь в студии видеоканала «Здравствуйте». Сегодня у нас в гостях Святослав Владимирович Зиновьев, врач-онколог, руководитель проекта «Биочип-тест-система», одного из наиболее успешных инновационных проектов Нижегородской государственной медицинской академии. Сегодня мы говорим о методах диагностики онкологических заболеваний, ну и будем сейчас говорить как раз вот о той работе, собственно, за какую была вручена очень престижная награда, премия «Медицинское призвание», премия «Лучшим врачам России». Вот мы говорим, гистология — это все-таки единственный, ну как бы такой основополагающий анализ, который говорит о наличии онкологического заболевания. В помощь нам идут различные там КТ, МРТ, поиск, да, и все остальное. Здесь то, что значит врач-онколог. Тем не менее, насколько исчерпывающую информацию может давать гистология? Согласно декларации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, гистология — это единственный, морфология, скажем так, это единственный метод стопроцентной диагностики, с помощью которого можно дифференцировать злокачественное образование от доброкачественного. Ну, это то есть прописано... биопсия обязательно для того, чтобы был поставлен либо биопсия, диагноз? Либо биопсия, либо пункция. То есть есть, потому что гистология, есть цитология. Гистология — исследование срезов ткани, цитология — клеток, полученных с помощью, скажем, уколовой иголкой в опухоль. Да, действительно, наша главная задача онкологов — это постараться эту биопсию взять и поставить диагноз, потому что законодательно мы только так можем подтвердить наличие злокачественной опухоли. Все остальные могут предполагать результаты анализов. Единственный, который дает вот ответ, — это гистология. Ну, гистология либо цитология. Ну, больше... В чем вот отличие? Давайте вот поговорим. Говорят, вот гистологии, есть иммуноцистохимия. Вот трудные вот эти названия. Как нам вот просто разбираться в этом? Есть гистология, есть цитология. Я только что повторюсь, исследование срезов тканей и исследование клеток отдельно лежащих. А иммуногистохимия и цитохимия — это методы исследования, основанные на общих принципах, когда к этим тканям либо к этим клеткам добавляют специальные реагенты под названием антитела. Эти антитела, они очень специфичные, и они связываются с белками этих клеток, которые располагаются либо на их поверхности, либо внутри. И мы видим эту реакцию с помощью различных методов детекции. Эти белки для каждой опухоли, они в какой-то степени, можно считать их уникальными. То есть если, например, у одной опухоли есть белок А, Б, С и Д, вот так вот, то, скорее всего, это будет, скажем, рак кишечника. А если другая комбинация... CDE, например, да, это, соответственно... Ну, там, FG и так далее, то это, наверное, рак яичников в большей степени вероятности. Потому что проведено огромное количество исследований, огромное, на протяжении, наверное, уже более 50 лет, где исследовались эти белки. И есть процентное соотношение встречаемости в той или иной опухоли именно вот этого белка. То есть на этот опыт вполне можно опираться? Да, да. Нет, конечно, это используется сейчас на потоке. Если бы у нас, мне кажется, была бы должная возможность в плане финансирования даже во всем мире. Какую страну вы не возьмите, Сингапур, самая высокая дотация на здравоохранение, либо там США, наверное бы гистология, иммуноцитохимия, гистохимия шло бы как рутина. Но это все-таки не очень дешевые методы исследования. Поэтому начинаем мы с гистологии. Если там доктору непонятно, и он видит показания к проведению более точного вот этого исследования, назначается соответственно гистохимия либо цитохимия. Но иногда на самом деле видно и без этих методов исследования. Дополнений. Продолжим мы вот сейчас как раз об этом разговор, потому что вот к разработке прямо подбираемся, к сути ее. Давайте ответим на вопрос сначала. Алло? Да. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. После гистологического заключения прачечные иголки и стекла отдают на руки. Они хранятся при комнатной температуре. А для чего вот это нужно? Спасибо.
стекла являются вашей собственностью, и эти стекла вы вправе, например, отвезти на консультацию в любую клинику. То, что при комнатной температуре здесь на самом деле никаких... Не играет роли? То есть специальных условий для хранения вот этих всех вот... Нет, самих стекол нет. Сам материал, если там что-то вот в пробирочке дадут, какой-то материал, да, там его нужно как можно скорее привезти, желательно его в холоде держать. А у стекол такого нету, в принципе. Долго хранить-то нужно, и, так сказать. И для чего, да, было бы? Для чего? Просто, так сказать, чтобы был вот один из результатов, если вдруг потом когда-то будете обследоваться? В обязательном порядке. Например, когда пациент поступает к нам в онкодиспансер, мы стараемся все стекла пересматривать. Это, возвращаясь к вопросу, который звучал сегодня первым, относительно разночтения. Разные чтения. Да. Например, где-то посмотрели, написали там одну степень дифференцировки опухоли, наши коллеги посмотрели, мы им верим больше, и, соответственно, немножко диагноз может измениться. Поэтому стекла обязательно мы пересматриваем. Держите при себе, пусть комнатная температура, неважно, они могут, как бы не хотелось бы, но вдруг все-таки как бы пригодятся. Да, но сейчас вот одно из разветвлений нашего проекта в сфере телемедицины, оно подразумевает возможность оцифровки. То есть стекла, они будут в электронном виде. Ну, просто можно избавиться, значит, от как бы, хранить электронную версию вот этого всего. Да, ну, вот давайте все-таки мы про вашу разработку новую поговорим, потому что, ну, тут все очень интересно. Так или иначе, мы все-таки диагностируемся. Вот и гистология и так далее. И вдруг вот как бы предприятие Биочип создано, и появляется на свет новая тест-система. Вот для чего она нужна, и что она может изменить? Чем она такая вот особенная? Да. И покажите, расскажите, да, вот принесли буквально в эфир. Вот посмотрите, уважаемые телезрители. Это то, что биочипом называется. Ну, многие, возможно, знают, да, в интернете видели разные такие, и американцы такие делают, и вот крутые, прям космическая медицина. Вот это называется чип, да, как бы, и говорят, что за ними будущее. Так ну или да, ты, или не знаете, давайте, расскажите. Чипы относят к одному из, наверное, одних из главных изобретений 21 века, хотя появились они в конце 20-го, и в том числе российские ученые были одними из первых, кто создавали биочипы. Давайте немножко расскажу про то, как она устроена, система. Биочип — это миниатюрное изделие, у него есть две части. На функциональный нанесен специальный штрих-код, защищающий его от подделок. А остальная часть, где вот вы видите написано НПП «Биочип, город Нижний Новгород», там есть ячейки. И в каждой ячейке находятся вот те самые антитела, которые используются в гистохимии, вот в цитохимии. Когда мы говорим, вот этот вот уточняющий анализ, вот теперь в таком очень компактном... Да, компактном виде. Что можно делать с помощью биочипов данной модели? Мы можем заподозрить сам факт наличия злокачественной опухоли. Но делает это не биочип, это делает врач-морфолог, который его просматривает. Потому что на биочипах можно выполнять сразу два исследования. Обычную цитологию и усиленную дополнительным методом исследования цитохимии. Это такая система обратного контроля. Можно дифференцировать один вид новообразования от другого. Но это, вот мы говорили, уже... Тем более, что здесь много разных типов рака, например, типа опухоли может быть установлено согласно... Определить показания к таргетной терапии. То есть препаратами, которые нацелены на конкретные белки в опухоли. Это что, соответственно, точность лечения нам гарантирует. То, что я вот говорил, один из ключей к снижению смертности — это развитие таргетной терапии, вот это вот персонализированный. По сути, этот инструмент. Вот здесь подсказать, помочь специалисту может вот конкретный вот этот анализ. Да. Потом определить прогноз опухолевого заболевания, насколько опухоль агрессивна. Это все необходимо нам для назначения специализированного лечения. То есть, по сути, все, что доступно иммуноцитохимии... В привычном таком образе, который дорогостоящий, о котором мы говорили. Да. Все это можно делать на биочипах, плюс это еще усилено тем, что есть система обратного контроля, что мы потом его красим и смотрим еще раз те самые клетки, где реакция прошла. Причем без изменений внешнего вида. В гистохимии, цитохимии, после того, как мы провели окраску, мы уже не сможем детали клеток изучить. А здесь такая возможность есть. Да. Точно так же с помощью телемедицинских технологий, я так понимаю, как бы существует как бы сканирование этой системы. Да. Биочипы — это один из элементов целостной системы, которую мы хотим внедрить. Для начала в рамках нашей страны, сейчас мы с Казахстаном обсуждаем этот вопрос на самом высоком уровне. Смысл ее заключается в следующем. Мы ставим в поликлинике, в центральной районной больнице сканеры,
Вот это, которые читают, да? Который, вот как... Да, причем наши, это сканеры нашего производства, тоже нижегородского производства. Сканер считывает гистологию, цитологию, иммуногистохимию, иммуноцитохимию и биочипы. Угу. В одном приборе мы можем делать сразу 4 вида исследований, интерпретации исследований. Да, касающихся каждого буквально случая. Угу. При стоимости примерно в 4 раза, если не больше, ниже, чем какие-то зарубежные аналоги. То есть очень дешево, и, я так сам понимаю, прибор, быстро, виду, да. Вот это же быстрая технология, да, да. Экспресс-метод такой. За сколько времени будет сделан такой анализ? За 60 минут. Сама реакция, и плюс мы пересылаем изображение в региональный референсный центр, ну, например, на базе онкодиспансера, но там вот, наверное, день, может быть, два. То есть пациенту не нужно ехать, например, из Шахуни с стеклами либо с биоматериалом в Нижний Новгород, чтобы посмотреть, что там получится. Да, действительно, можно сдать сегодня анализ, взять биопсию где-то в районе, но так как в больницах, в районах почти нигде, за редким исключением, есть свои гистологи, за которыми мы еще иногда бывает пересматриваем. Понятно, глаз да глаз нужен, да. Да, то, по сути, больницы заказывают эти исследования у нижегородских клиник, то, что они не могут сами выполнить. И все это занимает довольно-таки много времени. Вот поэтому мы ждем, а стадии там в некоторых случаях как раз вот и меняются в сторону ухудшения. Ну, так. Да, наверное, можно сказать и так. Таким образом мы все можем централизовать и гонять не пациента, а гонять терабайты по сети интернет. То есть мы вот эти снимки можем переправить специалисту, который их посмотрит. Причем в любую точку мира даже. И не только нижегородцы, но и... Пожалуйста, из там Варнавина, например, Вронсблухина. Понятно. Проконсультируешься там, где уж вот как бы эти не стекла, действительно, электронные результаты, как мы говорим. А получается, что теоретически из-за дешевизны, вот как бы, да, это же дешевле, чем сейчас существует, из-за скорости это полностью как бы меняет картину вот на именно диагностику онкологических заболеваний. Уточняя еще вот эту диагностику на биочипах, то есть мы все равно же будем проводить ее по определенным показаниям. Она уникальна. Но она не всем, да, это же не скрининг, да, как это мы не говорим. Скрининг, да, это да, все-таки да. Анализ такой назначаемый. Да. В чем уникальность, что ни одна тест-система в мире не может работать на этом уровне. Мы можем создать лабораторию для иммуногистохимическую лабораторию, например, в какой-нибудь центральной районной больнице. Вложить много очень средств. Да, но она работать не будет, потому что, а, у нас нет персонала в таком количестве, б, у нее не будет потока, и исследование будет стоить десятки тысяч рублей, потому что вся реагентика будет просто, мы будем ее выливать, по сути. А здесь, касаемо еще денег, да, сколько нужно вложить в оборудование, а здесь лаборатория вся на биочипе. Вот, 10 миллионов рублей заложены вот на этой тест-системе. Вот так мы экономить, получается, вообще можем на том, что вот эти все исследования неэффективны. Да? Это новая степень эффективности работы диагностической онкологической службы. Ну, что действительно заинтересовало наших коллег в Японии, Швейцарии. Вот сейчас нас на конгресс в Амстердам пригласили с устным докладом Европейский комитет на крупнейшую международную конференцию. Потому что действительно такие технологии пока в мире нет. У нас и патенты на это имеются. В общем, это передовейшая, самая передовая, да, такая технология, которая, в общем-то, и вот как бы представителями Запада идет обсуждение возможности вот таких вот вещей с ними. Ну, с Японией уже подписано соглашение о начале трансферта этой разработки в страны Тихоокеанского и Азиатского региона. Поздравляю вас вообще, на самом деле, с такой большой работой и с новыми вот такими возможностями сотрудничества. Это очень здорово. Уважаемые телезрители, продолжим разговор о биочипе, о тест-системе новейшей для диагностики онкологических заболеваний. Ну, посмотрим сначала с вами прогнозы для метеочувствительных людей, потом вновь вернемся в студию. По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни ожидается облачная с прояснениями погода, повышенная влажность воздуха и дожди. Ночью плюс 10, днем плюс 18 градусов. Атмосферное давление пониженное, в начале недели оно поднимется до нормы, а затем вновь проявит тенденцию к снижению. При метеочувствительности возможны головные боли и небольшая одышка. Вчера и сегодня регистрировались возмущения магнитосферы Земли. Прогноз на выходные и ближайшую неделю благоприятный. Геомагнитная обстановка в конце июня-начале июля, по мнению специалистов, должна быть спокойной. Лишь после 10 июля вероятно усиление потока солнечного излучения и приход волн корональных выбросов, что могут вызвать сильные колебания магнитного поля.
Сегодня последний день убывающей луны. Завтра новолуние. Снижается энергия и давление жидкости в организме, что дискомфортно для людей с сосудистыми заболеваниями. На фоне общего эмоционального спада растет чувствительность, следует избегать конфликтов. В эти дни не рекомендуются тяжелые физические упражнения и переедания. Также на расслабленный организм сильнее действуют алкогольные напитки. Мы снова в студии видеоканала «Здравствуйте». Святослав Владимирович Зиновьев, врач-онколог, у меня сегодня в гостях. Вот прошу еще ответить на вопрос, не прозвучавший в эфире телезрителя. Георгий 20 лет назад был поставлен диагноз рак головного мозга. 20 лет назад. Значит, каждый год диагноз подтверждается в России и за границей, оперативного вмешательства не было. Но вот идут какие-то наблюдения. Чем это объяснить? Человек ведет активный образ жизни. Я бы это объяснил, наверное, может быть, ошибочной диагностикой, потому что, конечно, 20-летняя выживаемость с раком головного мозга — это очень интересный клинический случай. Наверное, даже перепроверить данные, может быть. Да, наверное, лучше перепроверить эти данные. И... Но опять же, каким методом вот диагноз подтверждается и у нас, да, и за границей, как написано? Нет, ну метод, есть, наверное... Или медицинское чудо, с другой стороны, да? Возможно. Возможно. Спасибо за вопрос. Давайте, знаете что, мы с вами просто продумаем. Вот новая система, помогающая нам продиагностироваться грамотно, правильно, быстро, и как бы вот помочь нам все-таки начать раньше лечение, да? Как все это происходит с обычным человеком? Ну вот пришел человек к терапевту, жалуется на что-то. Как работает эта система? Расскажите новое. Пациент приходит, например, в районную поликлинику за сотни километров от Нижнего Новгорода, с жалобами, например, на увеличивающееся какое-то образование на руке. Так, вижу вот такое дело. Так. Да. Доктор, осмотрев, имея онкологическую настороженность, предлагает ему провести пункцию. Угу. Шприцом пунктируют, берут клетки. Прямо там, в прямо этой поликлинике? Да, да, да. Угу. Прямо пунктируют, берут эти клетки, помещают специальную питательную среду, их довольно-таки очень много. Часть из этих клеток мажут на стекло, помещает в сканер, он оцифровывает изображение, передает в онкодиспансер, например. В онкодиспансере доктор-цитолог, который смотрит это на протяжении там, уже 25 лет, имея огромный опыт, просматривает вот этот препарат. Себе видит. Да, видит картинку. Если ему непонятно, он рекомендует остаток материала внести на биочип. И все то же самое проделать, только с биочипом. Еще и с биочипом. Вот да, такая система. Да. Пациент, получается, из вот этой вот клиники далекой, ему не нужно, значит в очередь стоять в онкодиспансере к тому специалисту, к этому специалисту. Он попадет к нам, но он уже придет к нам с диагнозом. Если и, да. И мы не будем, во-первых, не будет такой нагрузки на поликлинику онкодиспансера. И стоять стороны, вот в этих ужасных, страшных, тяжелых очередях не придется. К тому же пациенту мы сможем как можно скорее назначить лечение, что самое главное. Он уже придет с диагнозом на комиссию, где ему уже назначат тот или иной вид лечения. Он не будет терять это время. Ну, это вот как бы самое ценное, да, что дает, да, новый. Вообще новый подход совершенно. Ну, вот вы мне скажите, пожалуйста, все-таки есть же шансы неправильной диагностики, так или иначе. Ошибки гистологии. Ведь я знаю, что вот как бы, когда гистология идет, очень часто говорят о правильности взятия пробы. Здесь каких-то вот трудностей не предвидится. Да, адекватное взятие материала — это сегодня проблема. Это сегодня есть действительно. Если материал взят адекватно, то мы действительно вероятность высокая. Потому четкости что, видим, да? Например, Ронцбухина, это будет федеральный реферсный центр, который будет консультировать те случаи, которые непонятны докторам в региональных центрах. Угу. То есть это как бы такое, ну, по сути, высшая инстанция. Да, в аспекте адекватности забора материала здесь это все лежит целиком на плечах докторов. Полагаемся на местных врачей все-таки. Ну, да? Здесь вариантов других нету. Вариантов нету. Но как-то это, например, чтобы вот убедиться-то в этом, какие-то курсы, может быть, для специалистов, которые будут... Ну, надо хотя бы в мединституте проучиться. Нет, я имею в виду для того, чтобы общаться вот с новым биочипом. С новым будут биочипом. Какие-то, да, сложности ознакомления вот с технологией. У нас уникальная система обучения на биочипах. Сначала доктор проходит курс однодневный на базе Ронцбухина в Москве. После этого клиника проводит 160 исследований, консультируя их с Москвой. То есть первые 160 исследований доктора будут консультировать с Москвой. Просто ведут прямо опыт буквально нарабатывать, без отрыва от производства. И не нужно ехать туда на 3 месяца в Москву. Они будут работать на своем рабочем месте. Просто какое-то время уделять консультации с Москвой относительно вот интерпретации результата на биочипах. Это Ясно. Устраивает абсолютно всех.
и главных врачей, и самих специалистов. Так я думаю, ты повышаешь квалификацию, делая то, что ты делаешь. Да. Ну, а сама работа с тест-системой настолько проста, что у нас работает с ней, может работать средний медперсонал, действительно медсестра, которая вносит материал в прибор, там очень все просто. Всего три этапа проб-подготовки. Убрать пленку, внести материал, термостат, сканер, все. Слушайте, ну, вот вы очень вообще интересно и как бы красиво, я бы даже сказала, да, вот об этом все-таки рассказали нам. Очень хочется, чтобы это побыстрее внедрилось в практику. Вот давайте, ну, последним вопросом моим на сегодня станет все-таки, когда мы это на практике можем на себе вот испытать, работать? Сейчас мы используем в нескольких центрах России, это на базе научных протоколов. И я думаю, что мы запустим, я постараюсь все усилия со своей стороны приложить, чтобы мы несколько пилотных проектов в России запустили. И Веронике Игоревне Скворцовой этот проект понравился, она пригласила нас на вторую встречу относительно продвижения этой системы. Я думаю, что все получится уже в этом году. В Нижний Новгород, я надеюсь, входит в состав тех городов, в котором будет все-таки тестироваться одним из первых этот метод. Спасибо вам большое, спасибо за участие в нашей программе. Спасибо отдельно, конечно, за разработку. Но я думаю, что когда вот на себе мы поймем, какие изменения нам дает вот такое небольшое открытие, работа специалистов. Желаю вам и в дальнейшем тоже замечательных работ. Я знаю, что они есть. Но как бы будет возможность, еще вас пригласим. Будем рады пригласить и рассказать о новых работах. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. Встретимся, как всегда, ровно через неделю в то же время на канале ННТВ в программе «Здравствуйте».